Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас очень интересная ручка. Я вас вообще балую в последнее время. Ручка Джинхао. Джинхао, модель 599. Магазин MS Rao Monopoly Brand Pens. Шла, кстати, она, эта ручка, всего лишь 7 дней. В составе целой партии там ручек. Поэтому продавца этого рекомендую. Очень ответственный товарищ. Сразу посылает. Стоимость этой ручки 192 рубля 66 копеек. Перо иридистое золото, судя по всему, 0,5 мм толщина. И вес ручки это 16 грамм. Это полностью пластмассовая ручка. Ну, угадайте, что это она нам напоминает. Это в очередной раз напоминает нам Лами Сафари. Но это такой интересный набор. Помните, наборчик такой очень классный, потому что здесь мы видим как открытое перо, так и закрытое перо часть, которую можно менять, и, соответственно, будет как бы две ручки. Помните, был такой у нас на обзоре наборчик Hero, только здесь у нас было три наконечника и чернил побольше. Но здесь, ну, скажем, два, но все равно приятно. Я уже его тут, конечно, вскрыл, скрывается он сзади. Поэтому сразу достанем ручки, да, и попробуем что-нибудь написать. Заодно посмотрим и перо. Что за перо? И перо стандартное, джинхауское. Да, перо Джинхау. На ней соответственный логотип Джинхау. И написано, что это, собственно, и Джинхау и есть. По механизму набора чернил, соответственно, есть, видите, полностью винтовой механизм, и, соответственно, еще запас у нас картриджи, вы видели, в наборе есть. Поэтому мы сейчас ее зарядим сразу таким стандартным нашим картриджем и попробуем пописать что-нибудь. Итак, это у нас Джинхао 599. Довольно известная модель, полностью пластиковая. Везде тут написано, где надо, Джинхао. Логотип Джинхао. Вот. И полностью пластмассовая. Поэтому, собственно, для студентов, как они сразу и рекламируют. И стоимость всего лишь, ну, практически 200 рублей. Так. Продолжаем серию стихов о советском паспорте. Сегодня самая драматическая часть этого стихотворения. Так, сейчас мы этот наконечник поменяем, посмотрим, как отличаются перья. И чем они отличаются.
Итак, что вам сказать? Ну, во-первых, совершенно два разных пера. Это перо, естественно, как вы видели, первая часть, оно, конечно, потолще. Оно более мягкое. Мне, честно говоря, нравится вот это больше перо. И вторая часть тоже увидели. Это закрытое перо, оно тоньше, оно жестче. Оно не дает, скажем, ну, ей ближе такие прямые и параллельные линии, чем вот какие-то, не знаю, каллиграфические штучки, там, повороты, эти самые петли. Вот, то есть это как кому интересно и как кому хочется писать. Поэтому вот две разных совершенно, кстати, молодцы. Джинхау еще раз подтвердили свое качество. Они все-таки дают выбор. И вот в одном наборе, пожалуйста, практически две ручки. Плюс ко всему, что здесь и стандартный механизм набора чернил, и картриджи, кому лень это все дело заниматься. И качество этой ручки очень приличное. Вот. Клипса жесткая. Ну и болт, смотрите. Да, ну ладно. Поэтому ручку рекомендую, магазин рекомендую. На этом обзор наш заканчивается. Всем до свидания, здоровья и счастья.